Главный приз достался Юлии Берестенниковой от авиаспортклуба ДОСААФ «Россия». Она получила в подарок сертификат на прыжок с парашютом. Друзья мои, и вот в руки уходит прекрасный сертификат. Напомним, Юлия обратилась к нам в редакцию с просьбой уделить внимание важной проблеме вырубки деревьев в городе. Именно эта новость, по мнению нашей редакции, стала лучшей в августе. Я очень рада, что мое выступление, возможно, как-то затронуло и нашло отклик в ваших сердцах. Я очень благодарна. Еще один приз получил Юрий Кочнев. Ему достались два пригласительных билета в Музей занимательных наук «Как так?». Приз он получил за свою внучку Татьяну Орехову, которая обратилась в редакцию с проблемой. Из-за склонности соседа к накопительству к домам частного сектора не могут проехать специализированные службы «Скорая» и «Пожарная». Проблема пока не решена. А мы напоминаем, что акция «Народная новость» продолжается. Мы ждем ваших и не только проблемных звонков на наш мобильный телефон 693-403. Татьяна Голубева, Александр Антропов, информационный канал «Город».